сцене заместитель председателя правительства Тульской области Валерий Витальевич Шерин. Председатель Тульской областной думы Сергей Алексеевич Харитонов. И мэр города Тулы Юрий Иванович Скипури. Бурные продолжительные аплодисменты. Господа на сцене, предлагаю дать им микрофоны. Нет, петь можно. Друзья, понимаете, какой эксперимент? Я считаю, что сегодня все средства массовой информации, особенно региональные, взорвутся новостью. Новый хор турецкого. Поехали вместе, поем. Песня тульских оружейников. Маэстро, музыку. Земляки, не подведите. Отлично. Тула веками оружие ковала, стала похожа сама на ружье. Слышится звук боевого металла, древних отзваний от улиц ее. Улица Курковая, улица Штыковая, роковая и патронная, тульная, сольная, арсенальная, улица любая оборотная. Ура! Тульная, сольная, арсенальная, улица любая оборотная. Ура! Злобные орды пытались пробиться сердцу России, Москве дорогой, слышу своей прикрывая столицу, шли в ополчение. Штыковая и пороковая и патронная, дульная, спорная, арсенальная, улица любая оборонная. Здорово, все поем с нами! Арсенальная, улица любая оборонная. Мы и в бою, и в работе гвардейцы, славится всюду наш добрый цветок. Вырастим тысячи новых умельцев, новую славу народу куют. Улица Курковая, улица Штыковая, и Бородковая, и Патронная, дульная, ствольная, арсенальная, улица любая оборонная. Дульная, ствольная, арсенальная, улица любая оборонная. Ну я считаю, это просто великое исполнение. Главное, от всей души, представитель администрации города и области, мэр города, понимаете, поет. Друзья, и мы, хор турецкого, давайте немножечко на поклон. Город подпевал. И этот праздник любимому городу.